Владимир Карпенко, судья всероссийской категории, город Краснодар. Судьи Алиев, Малинин, Артем Губенцев, Антон Ольев, город Нижний Новгород. Секретарь матча Кирилл Фролов, судья первой категории, город Нижний Новгород. Помощник секретаря Дмитрий Александров, судья первой категории, город Нижний Новгород. Инспектор матча Егор Тейн, судья всероссийской категории, Всероссийская федерация волейбола, город Барнаул. Добрый вечер, уважаемые болельщики! У нас через 4 минуты начнется матч 20-го тура российской волейбольной суперлиги «Югра Самотор Кузбасс». Кемеровчане уже на площадке. Ярослав Подлесных, Антон Карпухов, хорошо нам знакомые. Игорь Кобзарь, Инал Тавасиев, Виктор Полетаев и Пашицкий. Игроки команды «Югра Самотор». Четвертый номер Владимир Чивель. Восьмой номер Юрий Синица. Чивель, Синица, Леонтьев. Господобец. Пятнадцатый номер капитан команды. Привет. Привет. И Петров. Семнадцатый номер Александр Петров. Лидером шестой номер Илья Кириллов. Лидером двадцатый номер Артем Борисенко. Главный тренер команды «Мастер спорта». Валерий Песков, главный тренер «Самотлора» и главный тренер «Кузбасса» Томас Сомельвуд. По некоторой информации, он является кандидатом на пост тренера сборной России, который в четверг покинул Сергей Шляпников. Ну, посмотрим. Это так, это разряд информации, сенсация, но тем не менее. Готовится команда стартовать, по всей видимости, подавать будет Кузбасс. На разных полюсах таблицы находятся команды. Неожиданно высоко взлетели в этом году кемеровчане. Вторые они. Югра, Самотлор. Тоже вторая, но только снизу таблицы. На 13 месте мы находимся. О чем это говорит, покажет игра. Украинский легионер Кузбасса Дмитрий Пашицкий готовится подать. Поехали! Петров, Синица и Леонтьев, фаул. 1-0 повел Кузбасс. Пашицкий не подает второй подачи, на счет 1-1. На площадке в составе Кузбасса сейчас находятся сразу три игрока, карьера которых расцвела в игре. Это Игорь Кобзарь, Антон Карпухов и Ярослав Подлесных. Вот он сейчас атакует. Цепляем мы на блоке, и будет у нас доигровка. Ну. Так, очко сейчас отдают. Касание блока показывают у Кузбасса. Очко Самотлору 2-1 мы повели. Не очень там удобная была подача от Борисенко, но смогли мы извлечь пользу из эпизода. Кобзарь пытается там поговорить с арбитром. Тавасиев его один раз оттащил. Сейчас говорит, не надо, хватит. Свисток подачи. Ильяс Подобец. У нас... Подлесных принял, и он атакует без вариантов сейчас. Забивает. Подача Игоря Кобзаря, связующего и капитана команды из Кемерово. С трудом, но принимает Борисенко. Сподобец! Отлично! Точно в угол кладет. Под линию. 3-2. В
Ну, пришлось Илье тащить эту лямку диагонального, после того, как травмировался Владимир Якимов. Карпухов проходит. 3-3. Ну, а второго диагонального по позиции, к сожалению, у Самотлора нет в этом сезоне. Очень коварная подача. Сетка-площадка. 4-3 Кузбасс повел. Это Ярослав Подлесных. Сейчас Борисенко справляется. Леонтьев. Здорово. Не сильно, но точно. 4-4 сейчас. Артема Нежельского нам на смену Якимову ему так и не удалось наиграть. Роман с Яковлевым завершился ничем. Блин, область он сейчас играет. Чивель и Леонтьев здорово на блоке. Ну и вот сейчас завершаются переговорный процесс с австралийским диагональным. Там улажены почти все трансферные вопросы и решает сейчас вопрос с российской визой для него. Отличная подача Кривца. 6-4. Но не ранее начала марта, наверное, приедет наш новый легионер. Будем ждать, будем надеяться, что ничего уже не сорвется, все произойдет так, как нужно. Уже будет, конечно, усиление под плей-аут. Все сейчас усиливаются, все клубы. Эх, не достать там, жалко, жалко. Ну ладно, 5-6. Ярославич подписал накануне буквально тура сербского легионера. Так, подача Инала Тавасиева. Леонтьев справляется. Чивель достает кобзарь мяч. Крепухов сейчас Чивель хорошо на блоке. Леонтьев атакует. 2-5. Синицы, Полетаев. Эх, чуть-чуть не скоординировал сейчас Дмитрий Леонтьев. Этому отскоку жалко. Могли зацепить мяч. 6-7. Подача Виктора Полетаева сейчас будет. Диагонального и лидера Кузбасса. Подобец! Эх, не подстраховали сейчас. И 7-7 счет. На подачу у Самотлора 9-7. Подлесных. Кобзарь. И Подлесных забивает. 8-9. Антон Карпухов.
Еще один волейболист самотвор за кругом. Так, просмотр берет Валерий Песковский. Сейчас не работают. Девчонки не работают, не принимают. Все, да? Запрос не удовлетворен. Это была техническая пауза. Антон Карпухов подает. В сезоне 14-15 играл за Самотлор и стал тогда лучшим игроком команды. Ну и вот на его подаче сравнивает Кузбасс счет. 9-9. Выходит вперед. Ну, никому неизвестным волейболистом Карпухов приехал в Нижневартовск тогда. Из Смоленска. Из-под обед. Не смог реализовать момент, хотя подача Юрия Синицы там была очень удачная. Но... Петров принимал. Еще раз подобец. Сейчас Петров будет атаковать. Спасает там ситуацию Полетаев, подстраховав блок. Вот. Удачно мяч отскочил. Есть у нас доигровка. То есть подобец чуть неимоверное выдал. Щивель на блоке. Не смогли удачную почину Владимира там подстраховать партнеры. И плюс 3 уже у Кузбасса. Все это на подаче Антона Карпухова. Петров, да что? Ни у диагонального, ни доигровщика не идет игра. 13-9, тайм-аут Валерия Песковского. Проигрываем мы пока атаку. В нашем туре произошло маленькое изменение. Команда Югра Самотлор состоится матч с командой Белогорье Белгород по просьбе команды Белогорье 19 февраля 19. Это анонс следующего, собственно, матча уже в Нижневартовске. Дело в том, что 20 февраля в среду должен был Самотлор играть с Белогорьем. Но по просьбе Белогорья матч на один день сдвинули. 19 февраля во вторник ждем всех в зале международных встреч. В 19 часов начало матча, традиционное время в будни. Так, ну нужно уже с подачей Карпухова нам что-то делать, потому что тяжело будет по иным раскладу спасти первую партию. Борисенко. Да. Неблагодарный Антон Карпухов команде, которая дала ему путь в большой волейбол, портит он первую партию. Ну, шутка, конечно. Петров не стал атаковать, просто скинул мяч и доигровку у соперника. Блокирует сейчас подобец Подлесных. Подобец. Ну и вот показывает, в общем-то, нашим доигровщикам, как нужно играть Ярослав Подлесный. Тоже человек, который освоился, в общем-то, на этой позиции в Нижневартовске. Сейчас Карпухов он сам, наверное, утомился подавать и отправил мяч в сетку. 10-15. Задача Владимира Чивеля. Кермин принял. Ну и там Пашиски так атаковал, что у Чивеля буквально мяч застрял в руках. 16-10.
Идет Кузбасс первой партии. Доигровка у нас после атаки Петрова. Кривец спасет Карпухов этот мяч. Подлесных. Еще один шанс у нас будет. Леонтьев. Ну, с третьей попытки. 11-6. Леонтьев на задней линии после атаки Полетаева пытается зацепить этот мяч в защите, но безуспешно. 17-12 на подаче Игорь Кобзарь. Капитан Кузбасса связующий. И начинал свой путь в Сургуте в «Газпроме» игре. И проходит атака Кривца. Петров. Блокаут. 13-17. Подача Петрова, Карпухов справляется. И Карпухов уже атакует. 18-13. Очень убедительно. По очкам сейчас впереди гости. Задел этот был сделан стараниями Антона Карпухова. Первым темпом пока плохо. Леонтьев. Пришлось ему доходить до этого мяча, добегать. Блок. Хорошо смягчили на блоке. И Леонтьев. Кобзарь стоит стеной. Но против Синицы не было у него приема. 14-18. И 15 очков Суматлора дает мяч судья Суматлора. 15-18, до 3 очков сокращается отрыв. Привет, был на подаче. Сейчас не успели блок Леонтьев и Чивель поставить. Не заработал он против Полетаева. Начинал от Тавасиева. Все, внимание, небольшой шанс еще есть, но небольшой, но есть зацепиться за эту партию. Двадцать, 15. Справляется Кирилл с подачи Тавасиева. Да. В отдельные эпизоды партии, конечно, проблемы у нас случались с приемами.
Настоятель обороны войск Юрия Синица на площадку выше номера 5, Денис Игнатьев. Это сказалось. Плюс 6 вновь. Игнатьев вместо Синицы на площадке. Новичок команды. Сургут, он присоединился к игре самоотвора, ну и уже выходил там, правда, на подачу только. Вот сейчас вышел. И вновь Кириллов не справляется с подачей до Васильева. Ну вот эти два провала на подаче тела Карпухова, потом на подаче Тавасиева, они, в общем, и делают результат партии. Менее 20 минут играем сет и, к сожалению, 22-15. Леонтьев. 16-22. Денис Игнатьев как раз вот сейчас он на подаче. Карпов справляется. Полетает фаут и без касания. 17-22. Еще одну подачу Игнатьева мы сейчас увидим. Карпухов. Кобзарь, Карпухов и блок Чивеля работает. 18-22. Таймаут. Возвращается команда на площадку. Третья подача от Игнатьева. Посмотрим. Так, на этот раз Подлесных принимал. И сказать, чтобы уверенно. И Сподобец. Один Карпухов зашел. Молодец. Блок работает. Работает блок. В приеме по уверенности добавить. Ну и добивать, конечно, побольше. Мало чего получилось у Сподобца, у Петрова. Ну, у Леонтьева чуть получше. Ладно, играем дальше. 19-22. Ну, тут Леонтьев один против Полетаева оказался. Сложно ему было. Леонтьев. Чивель. Подобец. Хорошо, почти достал, только там Полетаев мяч, но у нас будет доигровка. Ихус, Подобец. А, не, Полетаев вновь страхует. И Подлесных снимает Игнать. А, извините, Подлесных забивает. Игнатьев с подачи там еще раньше сняли. Просмотр там смотрит. А, тайм-аут берет Валерий Песковский. Возвращается команда на площадку. 24-19, 5 сетболов есть у Кузбасса. 5 шансов завершить эту партию в свою пользу. Петров, отличный пай.
по окрестности чудеса акробатики демонстрирует. Он 20 очков и набирает. 24. Леонтьев в подлесных принимал. И закрывает фашистского Чивель. 21-24. Ну, прилично, прилично проводим концовочку. Игнатьев вышел на подачу. Подавал хорошо Томас. Самилеву уберет второй тайм-аут. И в атаке мы тут чуть-чуть придобавили. Разгрома, который намечался, не будет. Уже точно. Так, развернулись команды на площадку. Подача Дмитрия Леонтьева. 21-24. Можно рисковать, конечно, сейчас нашему доигровщику. Чивель просто руки поднял, и Кобзарь в них уткнулся. Так, хорошо Борисенко достать. Игнатьев. Петров. 22-24. Здорово. Молодцы. Не бросили бороться. Володя Чивель, конечно, хорош. Значит, прыгать не стал. Ну и решает полетает в партию 25-22. Один-два сборник Кузбасса. Пожалуйста, те, кто пришел еще за этим.
стартует у нас сейчас вторая партия. Готовы болельщики у нас ко второму сету. Где вы, Нижневарта? Да, тут, конечно, вот я сейчас просто посмотрел. Александр Кривец подает. Тут вас повел. Как команды получали очки в первом сете? Там, конечно, да. 9-7 увели и в итоге получили 9-15. Ну, конечно, провал, наверное, недопустимый. Такой кого угодно дестабилизирует. Пытался Синица, который вернулся на площадку, спахнуть мяч. Не получилось. Здорово там в защите сыграли соперники. А сейчас Подобец хорошо по линии проходит. Мимо блока. Под лицевую 1-1. И подача Юрия Синицы. У нас хорошо все сегодня. В остальном поприбавить. Тут же срывают подачу. 2-2. Но все любители волейбола, наверное, знают, что Кузбасс не только в Суперлиге играет, он еще и выступает и в Кубке ЕКВ. И в этом турнире он дошел до полуфинала уже, где будет с Галатасараем играть. Как-то так очень плавно, незаметно и к концовочке подходит сезон в Кубке ЕКВ, например. Закрывает сейчас Подобца вновь блоком. 3-2 впереди Кузбасс. И замена сейчас будет. Сейчас Новгородов выйдет на площадку вместо Подобца. На позицию диагонального, получается, Максим пойдет. Подобец. Есть, нормально. Меняется пока замена. Леонтьев на подаче. Карпуков принял. И Полетаев там из не очень простой ситуации. Из угла, из-за спины диагонального. С короткой передачи забивает. 4-3. Так, подача Тавасиева. Очень внимательно, тяжело с ним было в концовке первой партии. Петров. Синица. Чивель. 4-4. Всю информацию о текущих матчах, о жизни команды. Это эйс от Чивеля. Здорово. Все наши новости вы можете найти на сайте клуба, в официальном приложении нашем, мобильном и в социальных сетях. Только, уважаемые болельщики, я бы вас очень предостерег. Не надо писать в той же сети ВКонтакте всякие гадости о клубе. Команда играет, команда борется, она делает это так, как может. И то, что вы там пишете всякую нецензурщину, но это не о команде говорит, а о вас. Давайте не будем пополнять черный список Югры Самотлора ВКонтакте. Петров. Блок аут и не достает Борисенко. 6-5 в пользу Кузбасса. Так, подача Полетаева.
Да. Семь пять, не тянем. Пять семь, семь пять. Пять семь для нас, семь пять для соперника. И Виктор Полетаев продолжает подавать. Взял паузу и подал в сетку. Подача из подавца. И будем сегодня мы эйса в его исполнении. И хотим посмотреть еще. Подлесок сейчас очень уверенно принял. Синица перевесил полит Карпухова. Хорошо отзащищались. Петров. Ох, как здорово, а! По диагонали, по противокопии. 7-7, сравниваем счет. Молодец. Ну, уже под раунд плей-аут приобрели мы двух опытных игроков, Петрова и Игнатьева. Ну и ждем Уильямса. Карпухов. 8-7. Лисенко справился с приемом. Петров. Бегровку соперника. Ах, подлесный хвау. Без касания блока. 8-8. Судья там был рядом, наверняка он видел, был там. Остался там мяч пальцев наших блокирующих. Он показал, что касания не было. 8-8. Не подает Петров. Надо бы было подать все, конечно. Пашицкий. Петров. Привет, хорошо. Не сильно, но туда-сюда надо. 9-9. Держим эту партию. Ну, первый раз игра «Самотвор» с «Кузбассом» сыграли в 2014 году, после того, как «Самотвор» вернулся в Суперлигу. Не очень долгая история встреч, потому что «Кузбасс» команда молодая, ей всего в этом году 11-й год пойдет. Вот. Поэтому, но правда, за 5 этих сезонов, а 5-й сейчас в регулярке близится к завершению, мы сыграли не 10 раз, а 9 по факту. Помните историю прошлого сезона, да, когда во втором круге там по определенным причинам, главным образом финансовым, не смог «Самотвор» вылететь в Кемерово и получил техническое поражение. Вот. Ну а из 9 сыгранных матчей эйс от Кобзаря теперь еще уже кто только эйсов не делал у «Кузбасса». Керменин только потому, что не подавал, да? И Кобзарь, и Подлесных, и Полетаев. Тавасиев делал, не помню. Ну, они с Карповым подавали так, что твои эйсы выдали серии. Не продавил сейчас Брок Леонтьев. Вторая попытка у Дмитрия, а сейчас просто его стена встречает. И 12-9. Тайм-аут Валерий Песковский взял. Наверное, пора, действительно. Вот из 9 сыгранных этих матчей 2 выиграла «Югра» «Самотвор». Первый в Кемерово в сезоне как раз 14-15. Второй матч «Самотвор» выиграл здесь, в Нижневартовске, в прошлом сезоне, осенью, 3-2 на тайбрейке. Причем 2-0 там горели вартовчане по партии. Мы потом на тайбрейке еще 4-10. Но сумели одержать победу тогда. «Самотвор»
Ну, к сожалению, это единственная победа была в прошлом сезоне в регулярном чемпионате. И потом еще плей-аут, если мы Челябинск, Торпедо удалось выиграть. Ну, давайте не будем это просто сейчас вспоминать. Много веселого было. Петров. Шпудовец. Керменин здорово на задней линии. Закрыли там Полетаева, но от блока аваут мяч уходит. 13-9. У нас вот какой-то ступор у нас на 9 очках случается. Брысенко, ну выбитый прием, и Новосеев решает эпизод. 14-9. Одним составом без замены играет пока Томас Самильво. Петров. Пайп от Петрова. 10-14. Ну хорошо, что проходят у нас эти пайпы. Нужно тренироваться нам, наигрываться с новыми игроками. Конечно, ну, тяжело нам играть объективно со второй командой лиги. А тут еще и третья, и четвертая к нам следом приедут домой. Ну а с прямыми-то соперниками нужно конкурировать. 15-10. Вновь уверенное преимущество набивает себе Кузбасс. Подача Ярослава Подлесных. Аут. Здорово играет на блоке. И это 12 очко наше. 12-15. Колосиев. Красавец, что говорит. В одном из недавних туров, не скажу вам точно в каком, но лучшим игроком признали Инала болельщики ВКонтакте. Это о чем-то договорит. Хороший первый темп. Да вообще Кузбасса состав отличный. Там еще и на скамеечке люди, которые могут выйти и усилить. Но пока не выходят. Блоком. И поздно очень Владимир Чеев мяч увидел. И это 17 очков Кузбасса. Кириллов принимал. Сподобец. Блок-аут. Отлично. 13-13. 3 подсказали Сподобцу. Пытался он блок перекинуть. И не достает сейчас Леонтьев в защите. Жалко. 18-13. И не 7 между тем первую партию Газпрому игры выиграл. 25-19. Ведет во второй.
Нам в Красноярске играть в 22-м туре 23 февраля. Через неделю, то есть. Здорово, Петров. Нет, поднимают соперники мяч. Но без атаки, правда. Подобец. Тайм-аут Валерия Песковского. Уважаемые друзья, любители волейбола, матч между командами Юрес-Абатлор в Белогорье Белковец состоится 19 февраля в 19 часов. Да, и не забывайте, что после матча у нас состоится с вами здесь розыгрыш призов от Федерации волейбола, а также Федерации волейбола города Нижневартовск. Отличные наборы, которые следует получить каждому болельщику Нижневартовска. Ну а чтобы получить, нужно болеть! Где вы, Нижневартовск? Возвращается команда на площадку. 19-13 впереди Кузбасс. Подача Виктора Полетаева. Не подача. 14-19. Ну, слишком большой пока отрыв. Так, Денис Игнатьев на подачу. Решает сейчас усилить подачу Валерий Песковский. И вместо Синицы Новгородов. Ну и двойная замена. Максим Новгородов. Фашистки здорово. Первым темпом 20-14. Не сыграл сейчас замена на подачу. Ну, посмотрим сейчас за действиями Игнатьева и Новгородова на площадке. Вау, Карпухов 15-20. На подачу Александр Петров сейчас. То же самое у него не получается. Срыв подачи. 21-18. Костыленко вместо Петрова в доигровку. Подача Пашицкого. Кривец. И извлекаем пользу из очень сложного игрового Никитора. 16-23. И хотя бы подтянуться в счете в этой партии. Подлесных принимал. Кавасиев, 24-16, плюс 8. Имеет Кузбасс.
80 болов. Леонтьев. Игнатьев. И выигрывает Чевеля. 25-16. Вторая партия заканчивается. Давайте с некой долей надежды, может быть, у кого-то и очень большой, посмотрим третью партию матча «Игра Самотлор Кузбасс». К сожалению, в двух первых сетах хозяева уступили. И не очень удачно начинают с третьей. 1-0. После неудачной атаки Александра Клевца. Но где наша не пропадала в том самом единственном выигранном матче прошлого сезона, тоже 2-0 Кузбасс по партиям вел. Лесный. И это второе выигранное очко. Подача Пашицкого. Кириллов справляется. Подобец. Площадки мяч был, да? Радует. Совсем не нордический характер у этого финского тренера. Костыленко. Атаковал, Синица среагировал на скатившийся мяч. Первое очко у Самотлора в этой партии. 1-3 подача с подобца. Хорошо. Снова неплохо. Полетаев, правда, достает. Атаки не будет. Но нужно завершить эпизод в свою пользу. Костыленко не добивает. И чужой мяч. Играл Карпов. Еще становится 3-3. Не удается закрепить успех. 4-3 в пользу Кузбасса. Справляемся с подачей Кобзаря. Сподобец и блок-аут. Отлично. 4-4.
передача Ярослава Подлесных. Так хорошо знакомый нижневартовским болельщикам. И привет забивает. Наконец-то первым темпом 5-5. Александр на подаче, наш капитан. И Подлесных не справляется. 6-5. Уходим вперед. Начальные отрезки партии нам, в принципе, удаются. Вот потом бывает тяжелее. Привет. Перминин справляется. Карпухов и не достает там. Костыленко на задней линии. 6-6. Срыв подачи. 7-6. И, к сожалению, Синица тоже срывает подачу. 7-7. Полетаев не смог его наш блок остановить. 8-7. Впереди Кузбасс в третьей партии. Леонтьев. Доигровка. Еще раз Леонтьев. Локаут. Это наш мяч. 8-8. Блоке. Закрыл Подлесных. 9-8. Ну вот, это магическая цифра, после которой у Самотора проблема начинается. Посмотрим, как будет сейчас. Подача Дмитрия Леонтьева. Подлесных. Блок-аут, к сожалению, 9-9. Просмотр Валерия Песковского на переход линии при атаке. У Кермина тоже есть о чем поговорить со своими подопечными. Но пока у нас появилась с вами пауза, друзья мои, вот я держу главный приз наших сегодняшних розыгрышей. Это вот мяч волейбольный официальный, на котором расписались игроки сборной России. Я назову несколько имен. Алексей Вербов. Дмитрий Дорожцев. Конференция принято решение. Запрос команды не удовлетворен. Запрос не удовлетворен. Бульбич, друзья мои. Кстати, у Артема самая замечательная такая роспись. Продолжаем смотреть. На волейбол. Болеть за Самотор. Где вы? 9-9. Продолжается матч. Подача Антона Карпухова. Все внимание сейчас. Справляется Кириллов. Ах ты! Нет, это был выбитый прием. И Синица пытался сыграть на половине Кузбасса уже. 10-9 впереди кемеровчане. Антон Карпухов тогда в сезоне Карпухов
Чивель не попадает. Ну что ж такое? Это в сезоне 13-14-15 клубом болельщиков был признан лучшим игроком. Получил приз Андреевского, такую огромную плазму, которую он потом долго думал, как вести в самолете. Ну и во вторую сборную он тогда был вызван Сергеем Шляпниковым. Да, вновь. А, нет, сейчас не подает, извините, да, 10-11. Увлекся тут биографией Антона, не посмотрел на площадку. И потом он за сборную провел 14 матчей в 2018 году. Был победителем Лиги наций, кстати. Но перед чемпионатом мира травму получил, к сожалению. Кроме Карпухова, опыт выступления в сборной также имеют Игорь Кобзарь и Виктор Полетаев. У Виктора 34 матча, у Кобзаря 27. Продолжается новый матч. 12-10 впереди Кузбасс. Подобец. Еще раз. Ну, сейчас удачи. 11-12. Подача с подопца. Теперь бы блоком еще потащить. Эх, жалко, ваут, мяч летит. 13-11. Кириллов. От атаки Костыренко в аут. От блока в аут мяч уходит. Полетает. Ну, это, в общем, просто лишнее подтверждение класса нашего кемеровского, ныне диагонального. 14-12. Костыленко. Леонтьев. Доигровка у нас. Костыленко не стал атаковать, просто скинул мяч. Здорово в защите Кириллов, но дальше уже без вариантов. А, нет, подождите, почему? Так, в отбор мяч отдает. Кривец. Перминин принимает. Хорошо страхует сейчас наш блок. Не было атаки. Доигровка у нас. Хорошо, Костыленко. Ну и завершить, Балеонтьев. Еще одна доигровка. Длительный розыгрыш. Решается весь этот эпизод. Так, почему очко Кузбассу? На чужой половине сыграл Синицын, что ли? Жалко. Могли бы сравнять счет сейчас. Ну, а здесь уже эпизод в пользу соперника. 16-13. Тайм-аут берет Валерий Висковский. Уважаемые друзья, любители волейбола. Матч команды Уграса Мотор и Белогорье Белгород по просьбе команды Белогорье состоится 19 февраля в 19 часов.
Собирается команда на площадку. Третья партия идет в матче «Кузбасс» игра «Самотлор» 16-13 впереди. Кемеровчане и два первых сета они также выиграли. Сейчас шанс завоевать очко. Леонтьев это и делает. 14-16. Синица. Неплохая подача. Но тут взлет под лесных впечатляет, конечно. 17-14. Полетает на подаче. Чивель. Не достает сердце. 15-17. Продолжаем борьбу в третьем сете. Леонтьев подавал. Костеленко, полетает его в одиночку, закрывает. 16-17. Не очень прилично смотрятся наши игроки, но этого мало, к сожалению, для общей картины игры. Сейчас не смог также Костеленко сделать блок-аут. 18-16. Леонтьев принимал. Подобец. И не попадает, к сожалению, в площадку. 19-16. Кусковский сейчас будет кого-то менять. Борис... Нет. Еще есть от Карпухова. Обед сейчас. По запросу команды «Самотлор» состоится судейская конференция для ведения просмотра игрового так, момента. Судейская конференция. Просмотр берет Песковский. Ну и еще один приз от Федерации волейбола Всероссийской я вам озвучу. Это футболка национальной сборной России. Круто? Да. По итогам судейской конференции принято решение. Запрос команды не удовлетворен. Запрос не удовлетворен. 16-20, 20-16. Внимание сейчас Кириллов. Костеленко. Аут с касанием блока. 17-20. Костеленко. Блок-аут.
Владимира Чивеля. Так, место не попадает. 19-20. Ну что, интрига в концовке третьей партии все-таки есть. Какая-никакая. Тайм-аут Ерминина. Извините, сами Льво. Да, без замены. Одной шестеркой обходится, собственно, наставник Кузбасса. Никого из запасных мы сегодня на площадке. А я хочу у левой трибуны узнать, кто сегодня пришел еще ради розыгрыша призов. Руки поднимите, пожалуйста, кто со своими номерками. Кто не забыл их дома? Так, их немного. Есть, да, такие. Проверяйте по кармашкам своим. Молодцы, есть. И на левой трибуне желающие получить. Так, вернулась команда на площадку. 19-20. Владимир Чивель на подаче. С трудом тут справляются с приемом соперники. Чивель. Пистоленко. А, вот 20-20. Сравниваем счет третьей партии. Полетает фаул, 21-20. Уходим вперед. Поддерживает команда Полетаева. Подача Чивеля. Но затруднен прием. Подлесный фаул, 22-20. Просит игроки Кузбасса касание, судья говорит, касания не было. Плюс 2 имеет в концовке партии. Сейчас в эпизоде можно, наверное, было этот мяч поднять. 21-22. Давно уже Кузбасс не вступал в счете. Должно эту команду взбодрить. Подобец и доигровка у нас. Костыленко. 23-22. Сильнее стало в зале международных встреч. Так, двойная замена. Петров и Игнатьев. Господа Пца и Синицы. Так, по сути дела, мы сейчас вообще без диагонального остаемся. Но ставка на подачу Игнатьева, наверное, на более надежную игру на блоке в защите. Давайте посмотрим, что с подачей у Игнатьева получится. 23-21. Стеленко. Блокаут. Хорошо. Тяжело там было Кириллу подстроиться. Но сопротивление нашел решение. Да, 4-21. Давайте у Игнатьев.
трехочковый гандикап у нас есть, но нужно эту партию еще довести, конечно, до победы. Привет! Здорово! Блок! 25-21 выигрывает третью партию. Посмотрим еще этот матч. По запросу команды «Кузбасс» состоится судейская конференция для ее просмотра игрового момента. Тут, правда, видеопросмотр будет, но там очевидно, что мяч был в площадке. Ну что ж, я к левой трибуне обращался, значит, к правой. То есть руки поднимите, кто в розыгрыше сегодня принят участие. Можно ноги тоже поднять, я вижу вас, молодцы, красавцы. Так, подождите. Итак, а что, самотвору? Третья партия, партия у нас сейчас четвертая партия матча, игра «Самотлор» Кузбасс. 2-1. Пока по сетам впереди кемеровчане. Владимир Чивель на подаче. Не достает. Ценится мяч, который на блок опустил Полетаев. Играть достойно с Кузбассом дорогого стоит. 4 матча они пока всего проиграли. Дважды «Зениту», «Факелу» и «Зениту» питерскому. Подача под Лесных.
Костеленко не пробился. Кривец тоже. Карпухов, Костеленко здесь страхует, Синица. Смотровец! Третья атака наша утыкается в Кузбасс. Ну, а тут Полетаев просто перекидывает блок. Думал, со самим Льву вот так вот увидишь первый раз и испугаешься, ей-богу. Как тигр он прыгает на линию после удачных действий команды. Очень эмоциональный специалист. Справляется Кирилл с подачей Подлесных. Костеленко. Там на задней линии Подлесных же страхует. И Полетаев забивает 3-0. Вот-вот, а эти выпады. Заводит так Самильбоу свою команду. Представляю, что было бы, если бы Валерий Песковский при его куда более мощных габаритах так прыгал, а? Леонтьев принимал сейчас. Вот Костеленко, наконец-то. Такой с пятой попытки этой партии наши нападающие добивают это не спят. До пола 1-3. Сподобец. Подлесных принимал. Такое югорское трио. Подлесных принял. Кобзай отпасовал, а Карпухов завершил. 4-1 в четвертой партии впереди Кузбасс. Доигровка у нас. Костеленко. Вот еще раз одна такая атака, только в другой сектор направлена. И это второе очко. Работа Кирилла в этой партии. 2-4 он будет подавать. Подачи Кирилл тут громыхнул. Барабан на трибунах. Вот здорово, как в защите он играет. Сподобец. Ну и подстроится Леонтьев. Нет, не подстроится. А. Что-то тут пытался исхитриться. Снизу мяч поднимал как-то хитро, но нет. Теряем мы подачу Костеленко. Пять три. Полетаев на подаче. Это эйс. Четкая подача на вылет без вариантов ее приема. К сожалению. Когда класс бьет порядок. Выбитый прием. Разозлились кемеровчане. Да, Кириллов говорит, я вроде правильно принимал. Что ж такое-то? Тайм-аут Песковского. 7-3. 3-7.
команду на площадку. Кстати, Виктора Политаева. Леонтьев сейчас принимал. Синица. Леонтьев привет подстраховал. Еще раз Леонтьев. Скерменин защищался и не достает. Кириллов. Борисенко сейчас выйдет на площадку вместо Кириллова. Расстроился там, наверное, Илья. Несколько раз не получилось у него в приеме. Ну и еще Поликаева эйс. 9-3. Еще один эйс. Просмотр. Тоже Песковский. По запросу команды является на той, что судейская конференция. Деление просмотра игрового момента. Конечно, прием. Пух и прах летит. Не удовлетворен, конечно, запрос. 3-10, подача Политаева. Сейчас Борисенко принимал. Леонтьев. Ну, наконец-то. 4-10. Не блок продали, не нужно уже было это сделать. Давно было пора. Подача Кривца. Полетаев. Попадает не туда, куда нужно. 5-10. Ну, очень большой отрыв сделал Питер в своей подаче. Комфортно себя может пока чувствовать Кузбасс. Но они уже дочувствовались в третьей партии, что уступили. Аут с касанием блока, к сожалению, 11-5. Сейчас выйдет вместо Леонтьева. Костеленко. Щевель. Чудеса в защите творят соперники. Еще раз, но тут уж чудо не помогло. 6-12.
О, челюсть! Бывает, как бывает. 3-4 блока Владимир точно сегодня сделал. Удачи Синице. Ну, типа такой атаки спасения нет. Блок она как будто не видит. Еще раз его заблокировали. Так, еще доигровка будет. Стодобец. Не попало, и касания не было. Да, с атакой-то. Не весело. Ладно. 14-7. Пашицкий. Пистоленко. Ну все получается у Кузбасса. Под корону вместо подавца. Да, тяжело без Якимова, конечно, что говорить. Имеет соперник четвертой решающей партии. Еще вот такие трюки. Уклонением от рук в лицо случается. Лисенко. Костыленко не попадает. 8-18. Ребята, очко. Ну, сколько есть? Подача Ярослава Подлесных не оставляет
Кузбасс хозяевом шансов этой партии. Сейчас блоком здорово играет Кузбасс. Лесных. Да, просмотр будет. Вопрос говорили. Продолжается матч 21-10. Инал Тавасеев на подаче в четвертой партии. Пустыленко. Новгородов. Мотор 11-21, подача Костыленко. Сейчас нужно включаться и играть до последнего. Тут уже что осталось? Пашицкий. 22-11. Да, более чем на одну партию самоотбора, к сожалению, не хватило. Еще есть очередной от Полетаева. 23-11. Ленко принимал. Кривец не добивает. Ну и Карпухов 24 очко. 24-11. Городов. Есть. 12-24. Привет. Кобзарь. Летаев. Блок наш здорово играет. Шилель вновь. Синица вал, к сожалению. 13-25. Таким счетом заканчивается матч. 13-25 выиграла команда Кузбасс. Со счетом 3-1 победа одержала команда. Уже во вторник в гостях у нас Белогорье. Ждем вас всех в экранах ваших телевизоров. Уважаемые болельщики, давайте поаплодируем команда, которая сегодня замечательную встречу провели. Международных встреч. Команде Кузбасс ваши аплодисменты. Второе место Суперлиги нынешней.
всех, кто сегодня еще пришел на розыгрыш призов, давайте оставайтесь в зале, подходите, общайтесь пока с волейболистами, фотографируйтесь, берите автографы, а мы спустим наши подарочки, их очень много, и приготовимся к розыгрышу. Не расходитесь, будет интересно.